Всем привет, с вами Селах. И сегодняшнее видео я вам покажу, как установить Counter-Strike 1.6 как на компьютер. Правда, там оригинал Counter-Strike на ПК принесли на Android. И сейчас я вам покажу, как установить. Приятного вам просмотра. Заходим на сайт padalife.ru. Вот Counter-Strike, видите? Вот такой Counter-Strike я буду скачать. На это Counter-Strike ссылка будет в описании. Нажимаем скачать файл. Я буду скачать ALME7 версия 1.0.1. Нажимаем скачать APK. И скачиваем. Но я не буду скачать, у меня уже скачано. Нажимаем назад, а потом скачаем хэш там 3D. Вот скачиваем. У меня это тоже уже скачано. Как только вот закачал, а потом скачиваем кэш. Кэш тоже у меня скачан уже. Я заранее там скачал. Как только у вас закачал, выходим, а потом заходим в есть проводник. Нажимаем Set the Cut. Ищем, где у вас скачан файл. У меня лежит Downflown. Вот первый файл, видите, это у меня кэш. Первый, нам надо распаковать кэш. Удерживаем. Наверху три точки нажимаем. Распаковать. Выбрать Put. Set the Cut. Android. То есть, не Android, а нажимаем OK. Не OBB, там Android, OBB. Нажимаем просто OK. На Set the Cut. Нам надо распаковать. И нажимаем ОК. Ждем распаковку. Просто ждем. Все, у меня уже прошло. Как только у вас прошла загрузка, заходим обратно в Downflown. Вот у нас появилась теперь папка на хэш. Видите, вот такая папка у меня появилась. Не трогаем и не удаляем эту папку. Заходим в Downflown и скачиваем хэш там 3D. Эти два APK скачиваем. Установить. Идем установка. Нажимаем готово. И другой тоже APK скачиваем. Counter-Strike, само название. Установить. Идем установку. Это так долго. Быстрей. Все. Нажимаем готово. Все, теперь, в принципе, выходим и заходим в Counter-Strike. Вот. Видите, KC16 клиент. Вот. Здесь ничего не трогаем. Просто нажимаем запустить там KC16. Вот. У нас запустилось. Чтобы играть одиночный просто свой мир с ботами, нам надо нажимать мультиплеер, а не там консоль первый, там мультиплеер. Нажимаем LAN Gamer, там второй, видите? Вот. А потом нажимаем Create Game. И ищем вам подходящую карту, которая вам знакома или либо игра. Но я знаю там одну карту, там как там Dust или Dust, Dust, наверное. Вот это. Я буду играть на Дусте. Как только вы выбрали карту, нажимаем ОК. Просто нажимаем ОК и ждем. Ждем. То, теперь выбираем себе персонаж террорист или песнадь. Ну давай выбрать песнадь. Ну какого выбрать? Ну давай второй. Нажимаем внизу, там красная отметка, видишь, нажимаем, чтобы играть. Все. Вы сразу заметили, что Counter-Strike как компьютер. Если кто играет, я думаю, многие из вас играют на Counter-Strike. Я вам сейчас все подробно расскажу, там как. Самый большой первый минус, что на Android никак неудобно играть на Android Counter-Strike.
Ну, многие из вас может там привыкнуть, но я сразу скажу, что ну удобно играть там, стрелять в кого-то. Ну, если у кого-то есть геймпад, то будет удобно. Хорошо, что у меня есть геймпад. Если кто хочет купить геймпад, ну, например, у меня Mogo Pro, то ссылка будет в описании. Что там, там неудобно будет играть? Ну, когда вы стреляете, вы не можете там перемещаться на экран пальцами, неудобно будет прыгать, неудобно. И там оружие взять тоже неудобно, граната там что-нибудь. Ну, просто неудобно. Может быть, вы привыкнете, если будете много играть там на эту игру. Если кто хочет там проходить игру Counter-Strike, то мы же скачали другой АПК, Hash там 3D. Находим это АПК и играем, открываем то. Вот, здесь тоже ничего не изменяем, нажимаем запустить Hash 3D. Запускаем. Теперь нажимаем там Next Game, видите? Это значит новая игра. И начать игру. Выбираем себе сложность, легко, сложно, там, профи, там. Я выберу второй. Ждем загрузку там. Вот, вот мы играем уже там какую-то игру. Будем прохождать, но я не буду, и вы можете себе проходить. Удачи вам в прохождении игру. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, до свидания.